Кенийцы очень любят пестрые цвета. Вот смотрите, какая яркая женщина. Или эта красотка. Есть, конечно же, те, кто вообще не следит за своим внешним видом. А вот если человек из какого-то колоритного местного племени, то тут же он уже весь обвешанный бусами и браслетами. Такие модные украшения по карману даже мне. Мамочки мои, у меня в глазах сейчас просто зарябило от количества цветов, бус и браслетов. Смотрите, похоже на конфетки. Их прям съесть хочется. Можно купить готовые украшения или набрать отдельно разных бусин, например, с буквами. Все это делают полностью вручную. И оказывается, тут же по соседству. Пойду посмотрю. Hello, my name is Masha. Nice to meet you, John. Он мне тут все покажет. Дамо. Дамо. Thank you. Вот тут все и происходит. Бусинки делают из обычной глины. We have got this special apparatus we use for getting the correct size. Вот так отмеряют нужное количество глины и лепят из нее разные бусинки. Потом их сушат, покрывают краской и разрисовывают узорами. Вау! Как она это сделала? Знаете, меня даже не бусы привлекают, а прическа. Я первый раз такое вижу. Мне кажется, как будто шедевр парикмахерского искусства. Нет. Sorry, can I touch you? Yeah? Beautiful. Beautiful. Very beautiful. Но вернемся к бусинкам. После разукрашивания их запекают в печке при температуре 1200 градусов. В итоге получают кучу вот таких красивенных камушков. Представляете, в год тут делают 5 миллионов бусинок. Класс! Они, кстати, не только яркие и жизнерадостные, а еще и очень прочные. Wow, it's not broken. It's not broken. It's very strong. So you're guaranteed that even if you buy a necklace, then even if it drops on the floor, it will not break. Ну и последний этап. Собирают бусинки в украшения. Казалось бы, бусы, да? А сколько статей, сколько нужно всего сделать для того, чтобы из какого-то куска ужасной глины получились вот такие вот симпатичные изделия. Но самое интересное то, что эта фабрика еще и большой социальный проект. Все эти женщины – одинокие матери. В Кении каждый второй безработный. А если ты с ребенком и без мужа, так вообще нереально куда-то устроиться. А тут дают работу. She's a very young mother. She's a mother of one. And through this work, she supports her kid. В общем, покупая украшения, мы помогаем этим женщинам растить своих детей. Поэтому обязательно что-то себе выберу. Вот какие бусы красивые. И очень нежные. А вот так вот раз. И принцесса.